9 октября в стране отметят День работников культуры. Сегодня творческую интеллигенцию Гродненщины поздравили с предстоящим профессиональным праздником. В Гродненской области более 8 тысяч работников культуры. Лучших из них наградили грамотами и благодарственными письмами. Поздравить коллег с профессиональным праздником приехал и заместитель министра культуры Александр Яцко. По его словам, Гродненщина – лидер в культурной сфере Беларуси. Насчет Гродненщины, кстати, если подводить и вдаваться в сухие цифры, то фактически по статистическим показателям это один из лидеров республики по качеству оказываемых культурных услуг, а также по количеству проводимых мероприятий в числе передовиков. Поэтому, конечно же, отрадно, что и в этот знаковый год, год культуры, работники сферы культуры несут гордо знамя передовиков сферы культуры. Сегодня наградили тех, кто принимал участие в организации крупных культурных событий, в том числе фестиваля национальных культур. В этом году в области появилось и много новых мероприятий. Среди них, например, фестиваль охотничьих традиций, праздники писанки и молока. Сегодня очень важно, чтобы ту базу, которую располагает учреждение культуры, а в каждом агрогородке есть свой центр культуры, это 215 агрогородков. Нужно, чтобы они стали настоящими центрами притяжения нашего населения, чтобы там проходили интересные мероприятия. И все это, конечно же, будет объединять, нацеливать наших людей. Активно работает в сфере культуры и профсоюз. Помимо защиты своих сотрудников, большими результатами они могут похвастаться и в творческой части. В очередной раз стали лидирующими в Республике Беларусь в Белорусском профсоюзе работников культуры по многим направлениям деятельности профсоюза. Мы завоевали 5 первых мест в республиканских смотрах, конкурсах. Мы завоевали, нам присудили премию Белорусского профсоюза работников культуры в двух номинациях.